Hare Krishna.
축하합니다. Слышит на поле битвы Курукшетра перед началом сражения. И он очень обеспокоен этой битвой, братоубийственной войной. Собственно, любая война, она братоубийственная. Любая война античеловеческие имеет основы. То есть это плохо применять насилие, плохо причинять боль, тем более убивать каких-то великих людей, особенно греховных. И, как гласят все ведические писания, ахимса не надо убивать. Но можно найти подтверждение в любых священных писаниях. Все же войны происходят. Как это описывается в Шримад-Бхагаватам, войны в этом мире происходят подобно лесному пожару, который никто не поджигает. Они случаются. Просто само по себе происходит из-за трений стволов бамбука. Если палящее солнце разогревает бамбук до 80 градусов, бывает такая жара под солнцем, и ветер, два фактора, очень опасные. Эти столы трутся друг от друга в такую жару и вспыхивает огонь. Бамбук становится сухой, он весь шелестит, как порох. Вспыхивает сильный лесной пожар. Это стихия так же, как дождь, сам по себе вот в этом процессе природы он польет. Или зима придет. Также есть холодные, горячие войны, есть отношения между людьми всегда. То напрягаются, то становятся мягкими. Видимо, это из мира политики. Очень часто мы наблюдаем такие перемены. То тепло, то холодно, то очень горячо, то вспышка, какие-то разногласия, военные действия. Это никогда не прекращается. И тем не менее, Писание говорит, ахимса, не убивай. И как же Арджуна не может понять, как же здесь не убивать, как же не следует принципам ненасилия, что я воин, я должен убивать. Тогда Кришна объясняет Арджуне принципы Бхагавад-гиты. Прежде всего нужно понять одну вещь, то, о чем мы вчера уже читали, Прабхупада уже говорил. Есть разница между
высшей душой и обычной душой. То есть есть две души. Вообще, когда речь о душе для человека, вообще-то загадка. Вообще существует ли душа как таковое, как научное понятие, как факт. Но здесь в Бхагавад-гите описывается, что есть две души, для которой не существует ни рождения, ни смерти. Есть высшая душа и есть индивидуальная душа. И Упанишады приводят пример дерева с двумя птицами. Каждый человек представляет себя такое дерево, потому что дерево имеет свои плоды, свое существование. Также в этом дереве тела мы имеем какие-то плоды уже. Деятельности горькие, сладкие. Мы переживаем здесь различного рода счастья, несчастья. Это плоды этого дерева. И на этом дереве есть птица, которая пытается эти плоды вкушать. Она вкушает их. То есть это сама душа, которая будет проживать все эти события, плохие и хорошие, счастье, несчастье, она будет проживать на этом дереве, то есть она будет пробовать то сладкий плод, то кислый или горький плод, недозревший. И она вынуждена клевать, потому что это ее дерево, это ее пища. Она не может отказаться от сладкого плода, когда приходит время, и также не может отказаться от горького плода, когда приходит время. При всех усилиях, чтобы наслаждаться, она все же чередует счастье и несчастье. И рядом другая птица. Очень важно понять. Есть еще одна птица. Она не наслаждается и не страдает от этих плодов. Она их не пробует вообще. Не трогает это. Она присутствует как свидетель, как наблюдающий эти поступки живого существа. И она всегда дает очень важные советы, пытается передать очень сокровенное послание внутри сердца. Сверхдуша. Или наша как бы сверхсовесть. Высочайшая как бы чистота, которая находится в сердце каждого живого существа и покрыта, забыта каким-то образом. Эта птица всегда предупреждает первую о том, что этот плод горький. Потерпи. Сейчас уже титикшаства бхарата, Кришна. Сейчас горькая ситуация для тебя, но неизбежная. Ты не можешь уклониться от сражения просто потому, что война, ты воин. Ты не сможешь в силу этой политики, этих отношений и законов этого мира. Ты как воин потеряешь честь. Ты будешь осужден пожизненно. Ты потеряешь славу, потеряешь все, что возвышает твое положение воина. Если ты откажешься от битвы, ты просто кто? Ты дезертир, ты трус. Тебя осудят. Более того, ты опозоришь весь свой род. Воинскую честь потеряешь. Поэтому титикшаства, парата, эти счастья, несчастья будут чередоваться, Арджуна. Это тоже одно из горьких плодов, которые тебе придется сейчас съесть, вступить в сражение. Но ты должен терпеть, потому что этот плод временный. Он имеет начало и конец. Тебе нужно просто потерпеть, вынести это до конца. И ты увидишь, зачем это нужно было. Но иногда приходит сладкий плод. Счастье какое-то. Люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся, помните? Это сопровождается такое чувство счастья. Пожалуй, это единственное чувство счастья, которое так дорого здесь. Люди хотят встречаться, влюбляться и так далее. Отношения такие поддерживать, любви, чтобы дольше и дольше наслаждаться этим счастьем. И что же говорит первая птица, вторая птица, которая не наслаждается этими плодами и не страдает, она не клюет эти плоды. Она говорит, не привязывайся к этому плоду, он тоже временный. Терпи свою любовь. Она тоже временная. Все в этом мире временно. То есть это голос вечности мы слышим. Очень слабо мы слышим голос вечности, потому что есть привязанности к плохому, к хорошему. И вот разница. Есть обычная душа, которая подвержена этим влияниям эмоциональным. Даже жара и холод влияет на нас. Даже погода влияет на нас. Дождь или солнце. Мы подвержены постоянно какому-то влиянию. Человек обидел, плохое слово сказал, мы много дней можем думать. Или приятные вещи связывают нас, мы не хотим жить без них, мы привязываемся, протестуем, почему так мало, и почему у кого-то другого больше, чем у меня. Мы жаждем освободиться от этих страданий, привязаться к счастью временному. Но другая птица не связана ни тем, ни другим. Это называется Ишвара. Ишвара, как Брама Самхити, Ишвара Парамах Кришна. Ишвара, то есть Ишвара Парама еще. Каждый из нас в каком-то смысле Ишвара, чем-то мы управляем, на что-то мы влияем.
То есть мы имеем какое-то поле деятельности. И здесь мы как бы Ишвар тоже, это природа есть, управляющего, контролирующего, но Парама один. Ишвара Парама Кришна, говорит Брахма. То есть это Кришна, это всепривлекающее живое существо, вездесущее, всепроникающий Господь. То есть Бхагаван, Бхагаван. И говорится, что его тело, оно нетленное, если в нашем теле происходит событие, мы ощущаем через тело. Это тело уже подготовлено к этой судьбе, есть уже путь, оно движется в этом направлении. И должно пройти его от начала до конца, пережив все счастья и несчастья. Тогда как сверхдуша сопутствует этому телу, но не переживает эти счастья и несчастья, находится в мире вечности. Оттуда постоянно говорит, посмотри сюда, посмотри сюда, иди ко мне. Что Кришна говорит в 18-й Бхагавад-гите? Сарва тарман паритяджа. Мамакам шаранавраджа. Ты это оставь все. Иди ко мне. Мамакам, мне одному. Ко мне одному приди. Ахам твам сарвапапепи. Он интересную вещь говорит. Никто не может заявить такое. Я тебя защищу от всех несчастья и ошибок твоих. Я один. Достаточно этого. Ишварах парама. Он контролирующий эту материальную природу, эту вселенную, эти гуны. В каждом атоме есть это сверхсознание. Но он гарантирует. Я тебя лично защищу от этих всех несчастий, ошибок твоих, последствий греховных поступков. Машу чага, ничего не бойся, просто ничего не бойся. Вот такой путь он указывает Бхагавад-гите. То есть, джива, маленькая душа, ее склонность принимать наставления сверху. Если мы не принимаем наставления Кришны Бхагавад-гиты, мы принимаем какие-то другие наставления, мы не можем без этого. Нет ни одного мнения, которое мы сейчас с вами выразим, которое мы не услышали раньше. И не состояли из того, что мы слышали раньше. Мы всегда следуем чьему-то мнению, какому-то знанию, чьему-то опыту. Мы читаем книги, смотрим телевидение, потому что мы склонны принимать что-то на веру извне. Потому что у нас недостаточно опыта, недостаточно знаний. Маленькие живые существа, но сверхдуша. Вот что нас интересует. Как же узнать этот космос, сверхэнергии, это источник всего. На самом деле нужно знать Кришну Прабхупаду, которая находится в сердце каждого живого существа. В этом огромная разница, как вы понимаете, разница гигантская между маленькой дживой и сверхдживой. Джива значит жизнь, которая пронизывает, покрывает все пространство, все время, она источник всех этих энергий. Они хотят управлять временем, ученые. Они сейчас изучают законы времени, хотят машину времени создать. И что-то они сделают. До какой-то степени они не смогут что-то создать. Ученым может быть доступны какие-то энергии подвластные. Но что делает Кришна? Однажды на Курукшетре, когда Арджуна должен был сгореть в огне, он не смог выполнить обет. Он должен убить Джаядратху. Поскольку Джаядратха убил его Абхиманию, сына. Когда Арджуна узнал о гибели своего 16-летнего сына Абхиманию, просто помертвел, как же они могли убить моего сына, 16-летнего юношу. Они все, великие махарадхи, объединились против одного моего ребенка. Он даже еще не взрослый мужчина. Кто причина этому? Кто был виновник? Кто это все подстрекал? Джаядратха был другой, который все это устроил. И Арджуна в гневе, в печали, в скорби сына потерял. Он сказал, я клянусь, что завтра я убью его. Если я не убью его, то я войду в огонь. Живем. И Кришна услышал и сам удивился. Ну, Арджуна, ты не представляешь, какой ты обет дал. Вот это вот такое поле Курукшетра воинов. Это море военных сил. Там сотни миллионов людей было. Сотни миллионов людей было на Курукшетре. Ты представляешь, что ты сказал сейчас? Все то, что ты сейчас сказал, услышишь шпионы Юдхиштхиры. Ты же громко это сказал, беда. А еще донесут ему, он спрячет Джаядратху где-нибудь. В таком месте на Курукшетре, что ты за один день не сможешь добраться туда. Ты очень опасна. Тогда я выйду в огонь, сказал Арджуна. Я отдал обет, все, я не преклонный. Тогда Кришна оценил твердость Арджуны. Ну, ты мой друг, Арджуна. И завтра все увидит, какой ты мне друг. Дхиртхана, когда услышал об этом бете, подумал, о, Арджуна в моих руках, вот как все просто. Теперь я Джаядратху спрячу. Корневище моего войска там, в тылу. Я построю все мое войско в форме иглы.
И вот в ушке этой иглы будет находиться Джейдрадха. И Арджуне, чтобы добраться до этой иглы, ушка, нужно пройти всю эту иглу. Это невозможно. На одной лишь колеснице. Через все мои войска придется пройти. Я устрою так, такую западню. И, конечно же, он войдет в огонь. Не справится с такой задачей. В конце концов, он, хотя и могучный, всего лишь один воин. И в течение всего дня Арджуна прорывался в этой игле к его ушку, чтобы убить Джайадратху. А Джайадратху ему дали гарантию, не беспокойся, может просто сидеть спокойно и повторить мантру Хари Кришна. Может не заботиться ни о чем. Арджуна не справится с такой задачей, это слишком. Даже Бог не сделает такого. Но, во всяком случае, в истории воин такого примера еще не было. Поэтому не бойся, Джайадратху, мы тебя надежно защитили, Арджуна увлечен. Но Арджуна не уставал по милости Кришны, только лошади устали. И колесница была неразрушима, и лук Гандивы был неуничтожимый, и колчан стрел его не иссякал. Это были дары полубогов. Но лошади уставали. А где-то в середине этой иглы Кришна сказал: «Арджуна, ты, конечно, Махарадха, я тоже, я Бхагаван, у нас нет проблем, но у коней проблемы. Кони скоро сдохнут. Тут нет ни воды, ни отдыха. И пронзают стрелы постоянно, и ты сделаешь, что им нужно отдохнуть». Арджуна был в пылу битвы и сказал: «Хорошо, садитесь, садись с колесницы». То есть я скажу, сошел с колесницы, на ноги встал на свои, даже не двигался. Взял лук и стал стрелы пускать во всех направлениях войска, сдерживать войско. Более того, он сделал стрелами какую-то дырку там пробурил, вода пошла. Кунда образовалась. Кришна распряг лошадей, они искупались, там попили воды, помолялись на траве, полежали, отдохнули вместе с Кришной. В это время Арджуна сдерживал все войско Дурьотхана. Дурьотхан думал, что издевается, он что-то курорт устроил, что они тут отдыхают, наслаждаются, опозорит всех моих воинов. Но Кришна устроил, дал ему такие сверхмогущества. Это то, что делает сверхдуша. А что, ему трудно, что ли? Скажите, что вы удивляетесь? Это же сверхдуша. Ничего необычного для Кришны нет такого. Это для нас кажется невероятным образом. Но если он в каждом веке атоме находится, почему он не может такое делать? И потом у кони отдохнули, подлечились немножко. Кришна снова запряг, они снова поехали дальше туда. И есть версия, что Арджуна не убил все же Джайадратху. Две версии существуют. В одной версии он там убивает его все. Необычным образом. Потому что когда он берет уже стрелу, чтобы отсечь ему голову, снести голову этой стрелой полумесяца, Кришна говорит: подожди, Арджуна, не торопись, опасно убивать Джайадратху, потому что есть тайна. Тайна его смерти. Об этом знает только он, его отец и я. Потому что я в сердце каждого, я все слышу. Я вот этот чип уже встроенный. Самой природой. Они же хотят чипы вставлять, чтобы контролировать. Дозволять и не дозволять, наслаждаться таким образом, управлять. А Кришна уже этот чип существует. Вне конкуренции. Потому что отец, это проклятие отца или благословение отца. Он сказал, его отец занимается йогой очень далеко отсюда, 50 миль. Он сказал, что тот, по чьей вине голова Джайадратхи, моего сына, упадет на землю, его голова расколется на 100 часов. Было проклятие брама. Поэтому, Арджуна, будь осторожен, защищать ты снесешь ему голову, которая голова упадет, твоя голова расколется на 100 частей. Придумай, что ты живой. Кришна испытывал. Арджуна сразу понял, что нужно делать. Взял одну стрелу, снес голову и запустил сразу же другую стрелу следом, которая отнесла эту голову к отцу на колени. Кришна, кто такого не может сделать, понимаете? Что же вы удивляетесь? Это же несложно для Кришны. Но для нас это невозможно сделать. Его отец медитировал, и какая-то голова упала ему на колени. Он ее встряхнул на землю. Его голова треснула. Проклятие вернулось к этому человеку. Другая версия, что Арджуна не убил Джайадратху, он так и скрылся где-то, спрятался. Ну вот, теперь пойдемте посмотрим. Битва окончена на сегодня, Дрёхтон сказал. Как Арджуна валит в огонь? А? Нелегкое дело.
Пойдемте посмотрим, понаблюдаем. И развели огонь в яме. Там горели такие бревна, угли, все. Там полыхало жаром, подойти было невозможно. Жунгл был броситься туда. Слово офицера. Жун же офицер. Не знаю, в каком звании, в то время не было. Махарадха называли таких воинов. Но Арджуна имел более даже высокие виды оружия, которые он не применял на Курукшетре, как человек не применял. У него были сверхоружие, божественное оружие. Он мог уничтожить эту армию за один день, за одно мгновение, говорит, но я не могу использовать по правилам это оружие, оружие Шивы. Пашупата Астра была в его руках. Трилубит Шивы. Знаешь, что Трилубит Шивы? Он разрушает вселенную этим трезубцем. Он носил его с собой, трезубистую мячу. Шива дал ему поносить немножко. И вот Арджуна решил выполнить обет, подошел к краю. До заката солнца обет был. Я не снесу голову Джайадрадхи до заката солнца. Я войду в огонь. И солнце уже садилось. Все ушло. И тут же появились Кауравы, Джайадрадха откуда-то появился. Прятался кто-то целый день из Тирмита. Посмотреть на смерть Арджуны. На его самоубийство. Арджуна взошел и уже готовился броситься в огонь. Стал читать мантры, чтобы оставить тело достойным образом в йоге. Но Кришна сказал, не спеши, Арджуна, не спеши. И все очень испугались, что он задумал. Он же не участвует в битве. Что он задумал? Все справедливо, Арджуна должен войти в огонь. Но Кришна сказал, не спеши. Взял флейту. Кто сказал, а он на похорон друга хочет поиграть. Ну пусть поиграет. И вот Кришна играл на флейте, и солнце снова встало. Не с востока на запад, а с запада на восток поднялось. Он показал Джуни, Арджуна, смотри, видишь, солнце еще не село. Как? Мы же только что видели, что солнце село. Как такое может быть? Нет, оно еще не село, смотрите, раз. Показалось, похоже. Вот в это время Арджуна и снес голову Джайадрадхи. Вот в этом разница души и сверхдуши. Понятный пример? Другой пример увидел Яшода, когда Кришна открыл рот. Она увидела там вселенную. Теперь давайте сравним. Откройте рот, покажите друг другу. Долго будет смотреть, там очень интересно. Доктор говорит, открой рот. Ну все, хватит, закройте. Отлично, ну смотри, я уже понял. Лежать открытым ногами, потому что не культурно как. Но когда Кришна открыл рот, и что видела все вселенные? Это заворожило видение ее. Кроме этого, описывается, как Кришна ворует масло. И что интересно, когда ему не удается своровать масло, слишком высоко его подвесили и спрятали, он плюет на чистые полы и мочится туда, злится. И мудрецы поклоняются то, что делает Кришна. Потому что это другая моча, другие плевки. Это не нужно сравнивать с человечеством. А нас за это накажут. Потому что это не чистота, а Кришна чистый, трансцендентный. Но это сокровенный момент. Потому что все же трудно представить, как моча может быть чистая, поэтому вот морская вода, это на самом деле моча вселенской формы. Моча коровы вселенской формы. Где мы будем купаться? Чтобы мы могли немножко так освежить свою память. Не путайте с человеческой мочой, хорошо? Это сноска в книге, не путайте с человеческой мочой. Читайте моча, не та моча совсем. И когда слышите Кришна, это не человек. Не человек. Поэтому это не та моча, не те испражнения. Это не та игра на флейте. Это не та форма, которую мы можем думать в этом мире. Там нет костей. Там нет вен. Там нет нервной системы. Дух. Чистый дух. И моча его тоже духовна. И пот его из кожи – это не вселенная. И пот его во вселенной – это океан Гарападака. А деревья – это волосы на его теле. Так описывается. Реки его вены здесь, в этом мире. Все очень чисто. Кришна очень чисто. Он трансцендентный. Итак, нужно научиться понимать разницу между душой и сверхдушой. Пропады об этом здесь говорит философски. Что сверхдуша, она безгранична, а душа, она маленькая. А качественно то же самое.
Сат-читананда, то же самое, вечное познание блаженства. И далее, когда мы говорим о душе, если в душе у нас возникает вопрос, так хорошо, а что же такое вообще это душа и сознание? И тут Прабхупада отмечает. Что же такое сознание? Сознание — это прежде всего самоосознание. Итак, сосредоточьтесь, пожалуйста. Самоосознание. Я существую. Знаете об этом? Все? Вот это и сознание, то есть душа. Все просто. То есть вот оно доказательство. Ну, хорошо. Но вот вещь, она же не проявляет никакого сознания. Вы же видите разницу, то есть мертвое и живое. Так вот, сознание присуще жизни, это джива называется. А мертвое не имеет сознания, не обладает таким сознанием, не знает о своем существовании. Вот и вся разница. И так каждому дано понимать, я существую, это и есть душа, вот она. Это не полная картина еще. Это лишь начало самосознания. Другое дело, что я могу думать, кто я. Я могу думать о себе, кем я не являюсь. Вот это сложно. С душой такое может произойти, с маленькой, а с большой такого не происходит. Она не путается, не сбивается с толку. Так кто же я? Прохожий я? Или рабочий? Или муж, или жена в семье? У меня столько ролей здесь в этом мире. Я есть, я существую, но вот эти вот обозначения, их очень много. Как же в них разобраться? Какая же моя роль главная? Какая такая роль, это я беру такую роль, одну мне нужно роль выбрать, которая заменяет все остальные. Это будет моя истинная роль. Итак, что я могу отбросить? Если главная моя роль быть мужем в семье, могу тогда не работать? Оставить работу? Нет. Но если главная роль работать, могу ли я оставить семью? Тоже. Ведь меня раздирают на части. Мое я становится множественным, много каких-то обязанностей на мне. Сложности. Это я спутаюсь у тебя, говорят, что же это лично, ради чего же я живу, я хочу быть счастлив, наслаждаться, а вынужден работать всю жизнь. Это называется, человек потерял себя, как бы растворился в этом океане материального существования, отождествляет себя с этим разнообразием. И возникает путаница, ему нужно освободиться от этой паутины, от этого кокона, который он сам сплел себе при помощи законов кармы, деятельности. Поэтому Прабхупада объясняет просто, я существую, но кто я? В оскверненном состоянии я есть, означает, я господин всего, что вижу вокруг. Я наслаждаюсь. Видите, что думает, это я в условном состоянии. Я хозяин всего, что вижу вокруг. Только хозяин все может оценивать и давать какие-то ярлыки окружающим. Так человек стоит. Это поразительно. Просто поразительно. Как люди борются за эту землю. Цари сражаются, войны ведут. Потом они умирают. Приходят новые цари и переделывают все границы. Они тоже умирают, так? Ну, конечно же. Приходят новые цари, что они делают? Переделывают все границы. Ну, хорошо, приходят новые цари, что они делают? То же самое, они переделывают все эти границы. Они переделывают всегда. Они бряцают оружие, здесь сходят по этой земле и постоянно переделывают эти границы. Потому что они здесь думают, что они хозяева. Вот это вот сознание, я господин того, что вижу. Как только человек получает власть, он пытается злоупотребить свою власть. То есть человек метит на какое-то очень высокое место. Некоторые, они разбиты жизнью, они уже ничего не хотят, они просто потому что разбиты, получили уже удар. Но Гуру Махарадж приводит пример испражнений. Видели, летом только нужно наблюдать, зимой не получится. Зимой они замерзают, непонятно. А вот когда летом, свежие испражнения, они такую форму пирамиды имеют. Вот так вот. Пирожные, конечно. Из фунтика такой. У нас такой же, тоже есть такой фунтик, который откладывает. И вот в Индии, например, там жарко, и там сразу заводятся существа. Не просто заводятся, они там борются за существование. Потому что испражнений, в конце концов, их мало. Вершина только одна, понимаете? То есть есть основание, есть объем какой-то, но вершина только одна, для одного червячка, все. Уже второй не помещается. Поэтому все наверх. Борьба за существование, тоже главный соревнование. Они все почему-то наверх, заметьте, все наверх, 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 наверх. И там один какой-то достигает вершины и говорит, я тут провозглашает себя, и тут же какой-то другой его сбрасывает, свергает, я теперь, и вот у них постоянно происходит такое соревнование.
Видите, даже червям присуще это настроение. Я господин, я хозяин. Понаблюдайте за материальной природой. Так же мухи себя ведут, так же тараканы себя ведут. Все думают, что они тут главные. Мы думаем, что мы тут главный, наш храм, да, а тут мышь придет. А мы думаем, это ну тут по-другому совсем. Ну, ну-ка, посмотрим, пока они сидят, я знаю, куда нужно. Я тут все контролирую. Я знаю, тут все ходы и выходы, ничего не знаю. Моя власть этот храм полностью. Как не проконтролируют, я проникну везде, я мышь. Мы сидим и думаем о себе, как о человеке. Прилетает комар и думает, это что, хороший кусок пищи. Ну, столько теплой крови, дай-ка его немножко выпью. Он думает, что это я пищу его просто. Вот так. То есть каждое живое существо думает, что оно здесь что-то контролирует в центре внимания. Это присуще даже маленькому ничтожному муравью пропали, даже маленькому червю, муравью, кому угодно. И, конечно же, человеку тоже присуще. Вот это путаница. То есть нужно понять себя правильно, сознание установить верно. Земля вращается только потому, что каждое живое существо мнит себя господином и творцом материального мира. Вот почему Земля вращается. Вот ученые не знают, почему Земля вращается. Или тот, кто просто толкнул когда-то, там взрыв какой-то. Вот верхности не может остановиться. Не поэтому. А здесь написано, потому что есть такое вот умонастроение. Кто-то же вращает Землю. И живое существо, кто-то занимается этим. Он думает, ну они тут все контролируют, пусть повращаются. День, ночь, видите, они подчиняются мне полностью. Правда, правда, полубоги думают то же самое. Демоны думают то же самое. Кто-то контролирует в благости, все честно, кто-то контролирует все в страсти, не совсем честно, кто-то контролирует в невежестве. Паразитируют. Каждый приспосабливается по-своему в этом мире. Вот даже на людей, посмотрите, кто-то просто паразитирует в обществе, ему нет никакого дела до честного труда. Другой пытается делать карьеру какую-то, знаете, выставить себя, чтобы все видели, и престиж какой-то заработать, и другие на самом деле хотят кому-то добра. Но все это в материальной среде. Смысл и суть всего одна и та же в материальном мире. Я тут главный. Или я самый добрый, или я самый какой-то, знаете, ловкий, или я самый хитрый. То есть по-разному люди приспосабливаются к этой жизни, в разных гунах природы. Но концепция та же самая. Я господин, я наслаждающийся. Вот это сознание материальное. Тадис Прабхупада объясняет, что, видите, мы, оказывается, не имеем какого-то устойчивого сознания. Материальное сознание состоит из двух психических компонентов. Два психических компонента. Я творец, и я наслаждающийся. Однако подлинным творцом и наслаждающимся является Верховный Господь, а живое существо, будучи частицей Верховного Господа, не творец и не наслаждающийся, а лишь соучастник. Вот о чем говорит Бхагавад-гита. Вот почему важно понять разницу между душой и сверхдушой. Это его создают, и им наслаждаются. Согласны? Что мы созданы живые существа. По плану. Кто создал человека? Господь. Если бы Господь сам создавал человека, а человек был бы совершенен. Не сам Господь создавал. Неправда. Ману. Родители не ману. Это его конструкция. Он воплотил нас с вами. Вот земных людей, это его, он эти прародитель. Все типы людей зашли из него. А потом уже сами стали размножаться, это вот организует общество, потому что он дал законы и все остальное. Ману прародитель людей. А никто это не знает, смотрите. В общем, что общество уже далеко не цивилизованное. И мы даже не знаем, что мы созданы. Некоторые ученые догадываются. Оказывается, что мы какой-то вот генные эксперименты проводили с Нибиру планеты, знаете, и вот мы их как бы эксперименты, они сейчас прилетят проверить нас в этом году, как эксперимент развивается, говорят, что тут люди вообще делают. Может, пора стереть с лица Земли уже. То есть есть такая высшая организующая сила. А человек думает, он тут хозяин на планете. А Нибиру уже близко. Как называется? Налоговая инспекция или как? Контролирующая, да, контроль. Что тут люди делают? Тут душат друг друга. Неудачный эксперимент. Нужно переделать это. Это шутка, но на самом деле мы созданы живые существа. Тот, кто нас создал, уже знал об этом, что будут войны. Люди склонны лгать, потому что знают наши качества изначально. Это известно.
И жизнь человека очень коротка, определена ему. Не длинная жизнь. Всего потому, что он злоупотребляет свое положение. Если человеку дать очень долгую жизнь, без смерти, вы знаете, что получится. Он тут себя объявит Богом. И сейчас-то тяжело от людей. Планета страдает. А если будут люди долго жить, вообще будет трудно. Невозможно выжить человек в человеческом обществе. И с другой стороны, чтобы получить какие-то знания трансцендентные, тоже нужен большой срок жизни, потому что человеку не рекомендовано опираться на опыт, как это делают ученые. Опытным путем он все равно не поймет ничего. Нужно получить знания в готовом виде от реализованной души. Поэтому тоже времени требуется долгой жизни. В любом случае. Ни в материальном смысле, ни в духовном смысле. Нужно за одну короткую жизнь осознать очень многое, получив знания из верного источника. И в этом смысл Бхагавад-гиты. Обратите внимание человека на то, что говорит сверхдуша, или Кришна, Бхагавад-гите, и просто принять это знание в сердце. И он освобождается. Здесь как легко. И Кришна, Бхагавад-гите, так отчеркивает. Это легко. Просто обратившись ко мне, человек освобождается. Но если так все просто, почему же не обращается? Гита тоже дает на этот вопрос. Ответ есть тут же. Из зависти. Человек имеет склонность завидовать. А очень большая проблема в человеке. Это главная проблема в человеке. Зависть. Зависть не дает ему никакого покоя. Он только и смотрит, кто чем занимается. Кто чем занимается. И сравнивает это с собой. Я наслаждающийся, но кто-то лучше делает. Кто-то имеет какие-то преимущества, какие-то проявления. И его лицо просто чернеет. Просто потому, что он наблюдает этот мир, все это хуже, хуже и хуже. Это медитация на зависть. Это медитация на жадность. Попробуйте найти на собственную жадность. Вы удивитесь, что к концу дня вы просто жить не захотите. Или на зависть, то же самое. Можно сойти с ума. И те люди, которые медитируют на жадность и зависть, они именно сходят с ума. Психические отклонения называются. Итак, что источник является психических отклонений? Концепция. Я наслаждающийся, я господствующий, я творец. Все принадлежит мне. То, что я хочу, должно быть моим. Это и сводит человека с ума. Это излишняя страсть называется. Чтобы освободиться от излишней страсти, мы должны действовать активно, но плоды отдавать Кришне. Ничего не мое при этом. И так человек сохраняет здоровое состояние ума, чистое состояние ума, чистое сознание. То есть его роль маленькой частички служить целому. Так он поддерживает свое сознание Кришны, чистоту, трансцендентность. Он становится такой же, как Господь, качественный. Точь-в-точь. Хотя очень маленький. Но вот эта маленькая модель Бога, она уникально, очаровательно. Когда мы видим такого чистого человека, мы чувствуем очищение. Когда мы видим, общаемся с преданными, мы чувствуем сильное очищение. Потому что мы все имеем качество Кришны. Они к нам возвращаются. Итак, роль маленького сознания получать наставление сверхсознания, сотрудничать. Здесь так соучастник написано. Вместе с Богом тоже действует. Руки, ноги, глаза и многие другие органы. Все это части тела. Однако истинно наслаждающимся являются не они, а желудок. Интересный пример для личности. Истинно наслаждающийся желудок. Тот, который ничего не делает. То есть тот, кто должен быть наслаждающимся, не должен работать. А тот, кто работает, потом наслаждается, имитирует наслаждающегося. Положение наслаждающего означает, он не работает. Просто все происходит по его желанию. Он наслаждающийся. Иногда дети так играют в такие игры. Они спорят, проспаривают, и говорят, то за то, что я проспорил, исполнишь мои три желания. То есть я теперь наслаждающийся. Я не работаю, я просто говорю, что хочу, а ты мне выполняешь. Вот это положение Кришны. Вот такая игра. И они играют для того, чтобы почувствовать это положение Кришны. Это очень счастье не чувствуешь. Он выиграл спор, и теперь три моих желания можно выполнить. Ты должен выполнить. Взрослые тоже играют, уже не в шутку, в карты. Если проиграл, там могут быть очень серьезные у них условия, опасные условия. Мы были где недавно. Куда мы приехали? Из Тюмени. Понюхать все.
И там в Тюмени есть рекламный щит, где написано, они борются с азартными играми в городе. Если ты увидел, что там играют, написано в карте, звони вот этим номерам телефона. То есть никто не должен быть лишним, наслаждающимся. Не нужно так все устраивать, что потом все мои желания выполнялись за счет кого-то. Но это азартная игра. Это положение Кришны. И для желудка это естественно не работает, правда же? Ему не нужно руки и ноги, желудку самому выходить наружу и ходить что-то. Это было бы странно, правда же? Как-то некультурно, неуместно. Это внутренний орган, это внутренняя какая-то энергия. Вот наслаждающийся – это Кришна, это внутренняя энергия, говорится. А Майя – это внешняя энергия. И вот внешняя энергия – это руки, ноги, это усилия, это карма, это гуны, это время. Вот все тут в этих факторах крутится, действует. А он внутренний орган этого мира, как бы желудок, который всю эту деятельность плоды мы должны туда посвящать, вкладывать в желудок пищу. А он распределяет уже изнутри энергию всему организму. Рукам, ногам, голове, все приходит. Необходимая энергия. Заметили, как удивительно работают секреции желудка. Для каждой части тела он дает то, что необходимо. У нас есть кости, желудок снабжает их пищей. Мышцы, нервы, связки, все это разные материалы. Желудок, он знает, как это все распределить. Это сложная работа. Попробуйте сделать такое. Вы выливаете в пробирку какую-нибудь вот пищу, а оттуда такое живое существо на костях, с кожей, все, всех разных. Нет, вы должны взять отдельно кость, да, ученые, создать, отдельно мышцами покрыть, биоробота сделать, отдельно кожу его покрыть. Нет, 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 вы должны брать одну субстанцию, заливать, и из нее исходит уже все сразу же в готовом виде. Как ребенок рождается? Уже в готовом виде. Это делает желудок. Корень творения. Потому что там есть энергия знания, сверхсознания. Находится везде и всюду, и он строит все эти клетки. Вот этот огонь пищеварения связан со сверхсознанием. Кришна говорит к Бхагавад-гите, я огонь пищеварения. То есть я желудок. Вот он ответ, как это происходит, что мы едим, а у нас кости растут, волосы растут. Глаза моргают, каждый орган имеет свои функции при этом. И вся энергия с пищей. Желудок распределяет. Как? Связано со сверхсознанием. Это же факт. Факт, который мы наблюдаем постоянно с каждым. Это не какая-то сверхфантастика. Это происходит прямо на наших глазах. Но сами по себе руки и ноги не способны на такое. Они могут только реализовать свои личные желания. Нога, рука или глаз заболел, допустим, вы идете именно глаз лечить. Но на самом деле это связано с внутренней энергией человека. Поэтому здесь говорится, рука и нога, глаза и многие другие органы, все эти части тела, однако, истинно наслаждающимся являются не они, а желудок. Ноги носят нас. Руками мы отправляем пищу в рот, зубы пережевывают ее. Таким образом, все части нашего тела стараются удовлетворить желудок. Ибо он является главным органом, который питает и поддерживает весь организм. Все части нашего тела работают на желудок. Дерево питают, орошая корень, а тело обеспечивает пищей желудок. Если мы хотим, чтобы наше тело было здоровым, то все его органы, сотрудничая друг с другом, должны обеспечивать пищу, желудок. Если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, общество это тоже тело, это также представляет вселенскую форму тела Господа, общества людей, целиком, одно тело. И нужно знать, где желудок. Нужно просто знать, где желудок, где Кришна и все. Как удовлетворить Кришну, об этом люди думают. Так и тело становится здоровым, написано. Как? Потому что нужно дать пищу каждому, каждой части тела. Не то, что одно это брать, а другое перебрать. Коммунисты говорят, нужно у капиталистов деньги отнять и национализировать. А другие наоборот. Они должны работать на нас, а мы накапливать деньги. Оплачивать мало их труд и накопительно заниматься. Все думают только о себе, части тела. Но нужно ведь эту энергию вложить в желудок. И он распределяет на все тело. Вот такой пример. Поэтому все больше и больше разница проявляется. Разница между душой и сверхдушой, и в конце концов, именно сверхдуша и говорит Бхагавад-гиту. Откуда мы все это узнаем, скажите? Откуда мы знаем, что в каждом атоме существует эта сверхэнергия?
Откуда мы узнали, что в сердце каждого живого существа есть свидетель? Откуда это известно? Это известно из Бхагавад-гиты, больше ниоткуда. Аналогичным образом Верховный Господь является наслаждающимся и Творцом, а мы, зависимые живые существа, должны сотрудничать друг с другом для того, чтобы удовлетворить Его. Такое сотрудничество несет пользу, прежде всего, нам самим, подобно тому, как пища, отравленная в желудок, приносит пользу всему организму. Вот, так. Итак, далее. Таким образом, читая Бхагавад-гиту, мы узнаем, что мироздание во всей своей полноте включает в себя Верховного Повелителя, подвластных ему живых существ, проявленный космос, вечное время и карму, деятельность. Обо всем этом рассказывается на страницах данной книги. Вместе они составляют полное целое. Это полное целое именуют высшей абсолютной истиной. То есть отдельно закон кармы не является высшей истиной. Или отдельное знание законов материальной природы не является истиной. Или отдельное понимание аспекта времени не является истиной. Но, если мы понимаем все это вместе, это уже называется абсолютно истиной. То есть Гита описывает все эти пять составляющих. Джива, хорошо, душа, сверхдуша, другая категория. Потом, время, циклы времени описываются вкратце. Затем, гуны, материальные природы описываются вкратце, суть описывается. И, в конце концов, карма. Этому уделяется большое значение, что Арджуна именно спрашивает, как же мне действовать, или вообще не действовать, или бездействовать. Он не хочет получить реакции на свои поступки. Не хочет страдать в будущем. Ни он, ни за других. Но Кришна объясняет, как действовать в бездействии. Как действовать так, чтобы не навлечь на себя греха. Оставаться чистым. Это значит, нужно осознавать абсолютную истину. Нужно знать пять составляющих, чтобы действовать. Мы можем отказаться от деятельности, от кармы, никак. Но значит, мы вынуждены получать реакции снова, снова и снова на свои поступки. Как же освободиться? Нужно знать пять составляющих, не только свою деятельность, нужно знать еще душу, сверхдушу, время, гуны. И это будет понятно, что я должен делать, для чего предназначена деятельность. Это делают гуны материальной природы, не мы. По длине времени гуны вращаются, это называется карма. И карма нужна для ягьи, для сверхдуши. Ягья – это имя Бога. Жертва – это значение. Жертва, ягья – это имя Бога. То есть наша работа, совершенное как ягья, это уже Бог, божественный принцип. То есть работа человека – это божественный принцип. Если он это делает для его удовлетворения, это уже абсолютная истина. Вот об этом в Гите говорится, что Арджуна должен сражаться в этом сознании. Вот в понимании этих пяти истин. То есть должен связан с абсолютной истиной. При всех обстоятельствах ты должен оставаться йогом, поддерживать эту связь. Итак, высшая воля, высшее время означает, мы знаем законы времени, знаем сверхдушу, знаем все эти законы кармы, и мы с вами поймем, что все в этом мире имеет начало и конец, тут не о чем печалиться. Тут ничего не сохраните, ничего. Ни одного человека, ни одну вещь, никакие богатства, все тленно. И для чего же тогда все это нужно, вся эта деятельность, какой смысл? Вот тут и понятно. Если мы это сделаем как ягью для Верховного Господа, мы освобождаемся. Сначала освобождается ум, сознание, а потом уже освобождается душа. Все просто. Нужно прожить свою жизнь в исполнении законов, в исполнении своего долга перед Богом. А в конце жизни, когда придет конец, уйти к Нему. Вот и все. Это не нарушает, видите, законов бытия. Наоборот, поддерживает. Итак, даже война, она может быть священной в этом смысле слова. И люди часто здесь говорят о том, что это священные войны. Но в Веккали священных войн не бывает. Сейчас Веккали. Поэтому войн священных нет. Потому что нет таких махарад, как Арджуна, нет таких колесничных, как Кришна. Никто не говорит Бхагавад-гиту на поле битвы. Замечали? Они говорят, вперед, туда, на смерть идите, и все. Ради чего? Ну, ради батюшки царя, может быть. Ради того, чтобы другие были счастливы после вас, хотя неизвестно, будут ли они счастливы после нас, как выяснилось. Иллюзия толкает людей. Не священные войны. Поэтому век Кали не дается такой метод карма-йоги. Берешь оружие и сражаешься для Кришны.
Аллах Акбар, да. Некоторые так думают. Но на самом деле, самый разумный перевод Санкиртана Яги. Санкиртана Яги — это совместное воспевание Садхгуру. Правда? Серьезная Яги. Большая жертва. Нужно же найти время от работы, от семьи, чтобы прийти сюда и попеть час-другой. Это большая Яги для века Кали, для людей века Кали. 2 часа в день найти — это очень большая жертва. Потому что время — деньги, время — деньги. Пока я с вами разговариваю, у меня за 1 час $100 капает, понимаете? Я не должен тут тратить свое время. Так отрегулирована жизнь людей на основе выгоды, что даже ваше время в деньгах оценивается. Время — это Кришна. О нем в денежный эквивалент, в валюту переводит Кришну. Каково? Это Кали-юга. То есть выгода. Но на самом деле все эти деньги, это, вся эта энергия предназначена для совершения жертвоприношения. Как? Собираемся, поем, потом есть один просад, а потом думаем, как еще раз встретиться, как еще попеть. И вся собственность начинает работать в этом направлении. И деньги находятся, и желающие находятся, и бескорыстные сердца очищаются. Потому что это все для Кришны. А освященную пищу не жалко раздавать, заметили? А вот пхогу очень жалко отдать. Тот имеет опыт, знает это все. Как люди в своей квартире едят, они беспокоятся, чтобы никто не пришел. Потому что самим мало вообще. По праздникам это приглашают. А когда вы готовите просад, вы думаете, нет, это есть нельзя, нужно кому-то еще угостить, кто-то должен попробовать еще, это же Кришна. Даже Дворкин отметил это. Наш известный Дворкин, который нас не любит, знает хорошо, давно изучает Бхагавад-гиту, уже лучше к нам стал относиться. И когда в Москве раздавали апельсины предложенные, он закричал: не берите эти апельсины, там Кришна! Не ешьте это Кришна! И люди как просто валом повалили, сразу набрали все апельсины. Хорошо распространяет просад. Но он понимает, что Кришна там есть, во всяком случае. И просад он сам себя распространяет. Правда же? Слава о просаде известна, это не нужно даже рекламировать. Люди ищут просад. А когда преданных находят, говорят, у вас есть что-то заряженные шарики? Без ЛСД, но они заряженные, понимаете? Они чистые, там нет кармы, нет греха. Все вы в таком экстазе. Экстази называется шарик. Хиппи называют такими словами. И так эти отношения означают, что сверхдуша на источник счастья, источник энергии, источник всего. Джанмадисей Тага, то есть источник всего. Это сверхдуша называется, живое существо, источник всего. Или Кришна. Мы знаем это именно из Бхагавад-гиты, что он имеет личностную природу, имеет имя, имеет качество, у него есть друг Арджуна, о чем же там говорят? Вообще дружеские скрытые беседы не распространяются, знаете. Это не культурно. Мы с другом что-то поговорили, а потом всем рассказали. Это, на самом деле, это секретная беседа, это только в Омске мы читаем сегодня. Это нельзя никому распространять. Нет, Прабхупада, Господь Читания сказал, теперь всем нужно прямо на улице распространять. А до этого даже не мысли люди такого. Как же ты, сокровенные вещи всем, что ли, распространить? Мы же все таким образом уничтожим, все люди извратят. Они же все извратят, люди-то не готовы к этому. Люди-то темные. Ни о карме, ни о гунах, ни о времени, ни о душе, ни о сверхдуше понятия не имеют. Придумывают что-то, вот и все. А сами просто деньги. А Господь Читания говорит, теперь прямо на улице идите и пойте, говорите. Прямо о Кришне, сразу говорите человеку. Век Кали. Благословение. Что другим путем никак невозможно освободиться сейчас. Очень сложно, при них какие-то сложные процессы. Аштанга йоги или жертвоприношения, храмовых поклонений. Очень сложно. То есть религии все запутанные. Не развяжите это сейчас. Я вам правду говорю. Исследуйте, если хотите. Любую религию, исследуйте ее историю и попытайтесь докопаться до истины, не получится. За считанные годы это происходит. Очень быстро запутывается. Я вам скажу одну вещь. Я старше некоторых здесь людей в возрасте. И я видел, что такое советские времена. Это совсем не то, что сейчас молодые люди представляют, я думаю, говорят. Они никогда этого не поймут. Если даже я им расскажу. Они отрезаны надежно от того времени. Никогда не соприкасались с тем временем. Никогда его не поймут. Абсолютно другое сознание людей было. Все было другое. Если даже это постараюсь объяснить на лекции, все равно это не поймут. Все, это ушло. Что уж говорить
о том, что было 200 лет назад. А что уж говорит, что было 500 лет назад? А что говорит, что было 5000 лет назад? Вот как важна парампара. То есть вещи, которые не зависят от влияния времени. И это только Кришна. Душа зависит от влияния времени, а Кришна нет. Только мы обращаемся к Кришне, все восстанавливается. Для нас 5000 лет — это вчерашний день. Для преданных. Все, время стирается. Время стирается. Мы живем одно мгновение сейчас в этой жизни. В сознании Кришны ты ясно увидишь, что жизнь подобна, как это описано поэтом, капля на лепестке лотоса висит. Так дрожит утренняя роса. Лепесток лотоса не смачивается водой. Она не удержится там. А капля, не, она скатится вниз все равно. Она едва-едва держится, и малейшая, оп, все. Это жизнь человека сравнивается с таким явлением. Дрожащая капля росы на лепестке лотоса. То есть, по большому счету, мы здесь никому не нужны. Нас время просто спроваживает отсюда. От рождения к смерти, от рождения к смерти, от рождения к смерти. Давай, пересядь на другое место. Пересел, теперь на это место. Нет, хватит. Пересел на это место. Теперь постоянно вот это гонит время, гонит. До тех пор, пока мы не сможем осознать эту вещь, что это не наше место. Как только вот пересел, где-то устроился, меня раз, сразу же пересаживаю на другое место. Что такое? Вот только жизнь началась, понимаете, накопил деньги, построил дом, и раз, пересаживаюсь в другой месте. Опять в школу, Два Вася, плохо выучил его. Боже мой, я в прошлой жизни уже 100 раз учился. Никто не будет слушать о прошлой жизни, обучись сейчас. Иначе диплом не получишь, образования не будет, будешь траншеи копать, денег не будешь иметь, все. Учись, вынужден. Тебя будут бить, наказывать, учить каждую жизнь. Зачем это снова и снова повторять? А, Б, Г. По-немецки, по-английски, по-русски, на хинди, как угодно. Мы сами знаем все эти уже языки, знаете об этом? Забыли просто. Вот русский сейчас вспомнили, и то плохо. Русский кто-то любил язык в школе? Редкий. Кто не любит учить русский язык? Эти правила грамматики и все остальное. Да, похоже, это на время указывает. Аспект времени, видите, он неумолимый. Не контролирует ничего. Итак, мы сегодня читали введение. Мы не дочитали до конца. Здесь Прабхупада раскрывает саму суть Бхагавад-гиты уже введение. Такова традиция вед. Литература ведическая пишется таким образом. Сначала вы делаете вступление. Что вы там говорите? Вы говорите о том, о чем собираетесь говорить. А потом раскрывайте тему, о чем только что говорили в вступлении, только подробно. И в конце заключения, о чем говорили. Вы одну и ту же тему с трех точек зрения должны написать. Как, почему это нужно, почему об этом говорим, о чем вам говорить, как это связать с нашей вот жизнью. Потом сама тема открывается, а затем, какое благо мы получили, заключение делаем. Мы обсуждали то-то, и каков результат. Очищение есть. Очень хорошо. Вот это нужно делать. Мы должны оценить процесс. Сначала назначение процесса, важность процесса, сам процесс и какой же результат процесса. Три вещи должны осознать. Поэтому Бхагавад-гита читается на таким образом. Всегда, когда мы говорим о Бхагавад-гите или какая-то лекция, мы говорим, зачем это нужно, потом что нужно и как хорошо, когда мы это делаем. Зачем это хорошо? Мы говорим об одном и том же, видите. Только с практической точки зрения, с научной точки зрения, разных точек зрения. Ньяя говорит, что если есть истина, вы должны подтвердить из разных источников. Изо всех источников должны подтверждение найти. Это Бхагавад-гита. Вот это уникальное произведение. Хари Кришна, несколько вопросов, пожалуйста, если у нас время. Один-два вопроса. Да? А можно спросить, вот сказали сейчас только что, что сейчас священных войн не происходит, все такое. А вот, кажется, когда приходили же, вот роды не защищали его люди. То есть так вот, это понятно. И вы же еще вот, я в Казахстане был, вы лекцию читали, вы там говорили, что люди, которые попадают, да, с оружием в руках, за родину погибают, они в рай попадают. Ну то есть как вот, вы сказали, вроде бы священных войн нет, но с другой стороны, фашисты приходят, пытаться защищаться, так или иначе, правильно же. Они пытались, что вы тут делать священные, написали с нами Бог.
Но никто не примет этого обмана. Это не была священная война. Мы не можем сейчас о политике говорить, почему так произошло, на то есть причины кармы. Но это не священная война. То есть родину защищали вот люди, они как они правильно они делали? Это долг? Но это не была священная война. Ну вот патриоты, которые погибли в рай, это попали? Не все. Не все. А там вот в Казахстане было что попали? Некоторые, да, при исполнении долга будет, когда умираете, просто поднимается выше, очищается. Но до рая далековато вообще, да? Ну может они в какой-то семье рождаются лучше, может быть. Да, но до рая вот далековато. Далеко до рая. Не так близко. А вот вы еще в лекции... Сейчас мы будем по очереди. Вчера на лекции, сегодня, и вчера и сегодня, затронута тема зависти. Нужно ли от нее избавляться? Можно ли от нее избавиться? И как от нее избавиться? Три вопроса. Нужно ли? Можно ли? И как? Первый – нужно, второй – можно, и третий – нужно служить тому, кому завидуешь. Легче умереть, правда? Сразу перекреститься и перекреститься. Это невозможно. Как же я ему завидую, могу служить? Так вот, поэтому служи Кришне, что изначально мы ему завидуем. Вот хорошо, что мы его не знаем. Чтобы начать служение, сейчас мы не должны знать хорошо Кришну. Мы позже поймем, кто он такой. Потому что если мы сейчас узнаем его положение по-настоящему, на зависть проявится. И она проявится прямо к нему. А сейчас он защищен. Йога Майя, то есть это Маха Майя защищен. Мы не видим его, не слышим. Но он говорит, он доброжелатель, он добрый, добрый, добрый. Спасибо, все получишь. То есть нужно служить тому, кому завидуем. Значит, Кришне нужно служить, Гуру служить, Вайшнавам служить. И постепенно зависть уйдет. В царе преданности описывается качество Кришны. Грудь подобна порталу, глубока похожа на пещеры, а средняя часть его тела на террасу. Объясните, пожалуйста, как это понимать? Сейчас представим. Грудь подобна порталу, бока похожа на пещеры, средняя часть его тела на террасу. Ну вот так понимаешь. Я слышал, я открыл то, что слышал от тебя. Наше тело Кришны. Какого цвета Кришна? Грозовый. Синего. Или черного. Цвета грозовой тучи. Какого цвета грозовая туча? Серый, черный, да? Разное. То есть цвет меняющийся, живой. Это не просто цвет краски, колер. Какой колер Кришны? Не колер у него. Это живой цвет. Там нет мертвой материи. Нечего-то статичное, экстатичное. Он изменяющийся. Вот его цвет грозовой именно туча. Она и белая бывает, и голубоватая бывает, и черная бывает, и молнии иногда оттуда вылетают, и ветер дует. Есть, боже мой, это грозовая туча, там целые процессы в этом цвете. И вот когда вы смотрите на тело Кришны, которое вот такое вот живое, вот имеет все пространство и время в нем находится, можете видеть там многое в теле Кришны. Видели форму Кришны? Вот эта форма Кришны, она европеизированная у нас. А вот в Вриндаване есть мурти другие. Там, если тело Кришны вот буквально воплотить, он будет некрасивый, мягко говоря. Это его образное выражение, чтобы показать как бы суть этой формы. Глаза вот такие вот лотосные, вот такие вот. Натуральные. Такие у вас не бывает, правда? Вот у Кришны такие глаза. Если вы видите глаза Кришны, вы так и нарисуете, потому что другого средства не найдете. Тут такие лотосные. Выходящие за рамки. Как улыбка Гопи, помните? Все шире, 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 шире. Улыбка чеширского кота, помните? То есть здесь какие-то парадоксы, мы говорим, с телом Кришны. Потому что тело Кришны, оно безгранично. Поэтому иногда можно увидеть руки, как колонн у него, грудь, как портал. Что он вмещает в себе все вселенные. Он может проглотить эту вселенную, не заметит. Это такое тело Кришны.
Поэтому эти описания просто читайте. Просто читайте не физиологично, а просто читайте как поэзию, чтобы принимать сердцем. Еще вопрос. Когда читаю книги, очень мало что понимаю и почти ничего не запоминаю. Это чувствую, что сильно теряется вдохновение и нет желания читать. Как с этим бороться? Что делать? Не надо ничем бороться. Просто читайте книги дальше. Не надо ничего запоминать или понимать. Просто читайте их. А потом вы увидите с какой-то время, что это станет вашим образом мысли. Вы даже не будете помнить, что написано. Будете так говорить просто. Это в сердце входит. Но в моем случае так все и было. Я прочитал первую книгу Прабхупады один раз, когда-то, в 82-м году. Один раз она сразу ушла куда-то, все тут же по рукам ходила. В Петербург. И через 3 года я встретил приятных. Еще через год я пошел книги распространять. И эта книга была напечатана уже в то время под другим названием, другой обложкой. Я ее не узнал. Я ее стал читать, эту книгу, через 4 года. Просто когда-то ее один раз прочитал, это все. Когда я открыл эту книгу и стал читать, я подумал, странно, кто написал эту книгу. Ведь это мои мысли. Вот если бы я писал сейчас, я бы написал все то, что здесь написано. Кто угадал мои мысли вообще? Как вообще? Миссия какая-то. И потом я смотрю, я читал один раз эту книгу. Я ее забыл. Это стало моими мыслями. Но не беспокойтесь, вы не можете что-то процитировать. Читайте книги, читайте, читайте. Сам процесс чтения важен. Память придет позже. Проявится. Хари Кришна, видите, у меня что написано? Срочно. Да, срочно, нужно уходить. Шрила Прабхупада ки. Читай Чандра Чаран Махарадж ки. Еще могу поставить. Арива!